Историю проектирования и производства данного автомобиля я уже подробно рассказывал еще в 8-м выпуске программы «Джипстрой». Тогда же описывал весьма интересный автомобиль с обоими управляемыми мостами и массой других технических решений. Потому сейчас повторяться не буду. Кому интересно ее посмотреть, подписывайтесь на канал «Джипстрой» в YouTube. А сейчас мы поговорим о другом спорт-прототипе. Я не случайно назвал этот выпуск именно бюджетный вариант строительства УАЗ категории ТР-3, так как данная конструкция на сегодня далеко не самая затратная в исполнении, хотя, конечно, все относительно. Всем уже известно и понятно, как строить рамный внедорожник. Лифт подвески, бодилифт кузова, колеса побольше и позлее, шноркель, лебедка, вот в общем-то и все. Но так называемые на сленге спортсменов котлеты или лягушки – это нечто иное, включающее в себя все вышеперечисленное, но исполненное на совершенно другом конструктивном уровне –